Вы смотрите видео об отеле Sun Island Resort and Spa. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Sun Island Resort and Spa расположен в стране Мальдивы в регионе Мальдивы и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 107 километров от аэропорта Мале, на острове Налагураиду, Южный Ари-Атолл. Территория гостиницы занимает 1600 на 440 квадратных метров. Один из самых больших островов-курортов на Мальдивах. Демократичный по цене, довольно простой дизайн номеров. В отеле широкий выбор наземных и водных видов спорта и разнообразных развлекательных программ. На острове проложены вымощенные дорожки, по которым гости с удовольствием катаются на велосипедах. Отдых на Sun Island подойдет для отдыхающих всех категорий. На территории отеля имеется 5 ресторанов, 5 баров, 1 конференц-зал до 250 персон, 1 открытый бассейн, 4 теннисных корта с жестким покрытием, центр красоты, спа-центр, услуги врача, прачечная, обслуживание номеров, сейф на ресепшн, бизнес-центр, интернет-кафе платно, Wi-Fi кафе-шоп и бар-голф бесплатно. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, потолочный вентилятор, кондиционер-сплит, мини-бар платно, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, телефон, набор для приготовления чая и кофе, керамическое покрытие или ламинат, подключение к интернету Wi-Fi платно, терраса, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 36 Sun Villas, Garden Rooms, 30 квадратных метров, спальня с гостиной и зоной, ванна-комната полуоткрытого типа, душ на открытом воздухе, территория для принятия солнечных ванн, декоративный бассейн, терраса, зона отдыха, максимум 2 человек. Виллы расположены на второй линии, на расстоянии 50-100 м от пляжа. Это новый тип вилл, которые были отстроены в 2014-2015 году. При бронировании данного типа номера на роу условиях, без питания, туристы оплачивают выбранный пакет питания на месте в отеле, при заселении. 136 стандарт Beach Bungalows, 21 квадратный метр спальни с гостиной зоной, ванна-комната открытого типа, душ на открытом воздухе, терраса, зона отдыха, максимум 3 человек. 218 Superior Beach Bungalows, 26 квадратных метров, спальня с гостиной зоной, ванна-комната открытого типа, ванна, душ на открытом воздухе, терраса, зона отдыха, максимум 3 человек или 2 плюс 2. Просим иметь в виду, что при размещении 2 adult плюс 2 child в одном номере, отель предоставляет только одну дополнительную кровать, соответственно второй ребенок разделяет кровать с родителями. 64 Water Bungalows, 32 квадратных метра спальня с гостиной зоной, ванна-комната, душ, ванна, терраса, зона отдыха, прямой спуск в лагуну, максимум 3 человек. Водная вилла, отдельно стоящая из группирования в блоке по 2 номера. 4 Presidential Suites, 246 квадратных метров, 2 спальни, гостиная, компьютер, DVD-плеер, 2 ванные комнаты, душ, ванна, терраса, джакузи, прямой спуск в лагуну, максимум 6 человек. Водная вилла. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть спа-салон, баня, сауна, джакузи, массаж, салон красоты, тренажерный зал, аэробика, теннисные корты, сквош, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, настольные игры, волейбол, пляжный волейбол, бильярд, дартс, прокат велосипедов, школа подводного плавания, центр водных развлечений, водные лыжи, виндсерфинг, снорклинг, каноэ, катамаран, лодка-банан, водный мотоцикл, лодка с прозрачным дном, рыбалка, экскурсии. Также бесплатно доступны настольный теннис, дискотека, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется фитнес-центр, сауна, массаж, джакузи, бильярд, бадминтон, сквош, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, аэробика, поле для гольфа, футбол, дайвинг, водные лыжи, виндсерфинг, кайтсерфинг, водный мотоцикл, каноэ, катамаран, банан, оборудование для снорклинга, прокат велосипедов. Для детей есть детское отделение в бассейне, мини-клуб, услуги няни платно, развлекательные программы, песчаный по периметру острова, домашний риф довольно далеко от берега. Год постройки гостиницы – 1998. Год, когда был сделан последний ремонт, частично реставрирован – 2013. Май – Sun Villas, Garden Rooms, построены в 2014-2015 году. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.